Вот. Эллиот, допустим, вот, вот чем, чем не песня, чем не шик. Вот такая вот песенка. Опять до мажора снес. Вот у нас есть человек, которого зовут дядя Вова. Вот он пишет вот такие вот песенки. Девочка Света куда-то наверх спешила, бедняжка, и чуть не упала, но ее подхватил молодой человек с выразительным профилем гидроцефала. Да любовь зарождается с первого взгляда, со второго не выйдет, хоть пой, хоть не пой. Вот счастливые люди, ей много не надо, да и он от рождения глухой да слепой. Я бывал на их свадьбе в соседнем подвале. Гости шли кадронами с часу до двух. Музыканты прилежно и вдумчиво спали, но когда просыпались, то делали звук. Гости пели аминь большей частью не к месту, выводя животами аккорд до диез, и пускали по кругу коньяк до невесты, а жених под столом танцевал полонез. Время несется, как поезд Р-200, и судьба далеко их успела швырнуть. Мне от них не случалось ни вести, ни известий, но могу предсказать весь их жизненный путь. Он обыден и прост, дети бродят по зонам, папа умер от рака, мама просто спилась. Продолжать эту песню не вижу резона, но зато как прекрасно она началась.